Здорово! Короче, мы сегодня вместе с вами посмотрим очередную смешную нарезочку по Куплинову по легендарной игре «Гусь». Мы думали, что вы уже смотрели ее. Да, потому что мы смотрели только анимацию по «Гуся», а тут прям целая-целая подборочка, поэтому погнали смотреть. Короче, прикол в том, что это игра про гуся, в которой нужно играть за гуся. Внезапно, как бы мы с тобой, где вот этот мой, вот я без него не могу записывать, ну что-то теребить в руках. Нажмите space, чтобы... А где твоя теребонька в руках? А где твой цветочек? А где твой спиннер, между прочим, Вадим? Я не понял. Чтобы гоготать, давай. Спаси. Я, подожди, я что, занимаюсь хозяйством домашним? Серьезно? Воу! Ага. Привет. Это я включил, да, это я. Как клюну сейчас, сука! В смысле? Ты чё, бляха? Ну как клюну? Да, включи! Спокойно, тихо. Это стырит, да. Я гусь стелс, подожди, я гусь стелс. Тихо, крадемся. Такие максимально гадкие. Зачем это делает? Так, смотри-ка, я гусь, я в огороде. Нормально, что я здесь нахожусь? Просто у тебя есть какие-то претензии ко мне? Если есть, то в письменной форме, пожалуйста, мне предъяви, потому что... Все хорошо, да, я гусь. Здравствуйте. Я гусь, мне кажется, давайте сегодня легендарочка. Я очень косо на вас смотрю. Оп, и на продажу. Да. Бизнес-гусь. Какая ж падла двуногая. Так, спокойно, окей, ждем. Ждем садовника. Ой, у тебя очень много болит. Должен вот так вот гусь, наверное, делать. Так, с нами пошли разбираться. Дурачок, блядь, это как я тебя сейчас... Бред вообще. Украсть ключи садовника. А зачем? Не спрашивай, делай. Устроить пикник, блядь, кому? С курятиной. Стелс. Тихо, крадемся. Незаметно. Не видно. Опа, давай! Тири! Вор! Все. Так, все, окей, я гусь. Я гусь, пожалуй, я съебусь. Нормально. Так вы же их уродили и утопили? Вообще не найдешь. А зачем вы утопили их? Ага. Чтобы быть проказником. А я думала, надо, чтобы потом дверь открыть. Нет? Ну, чтобы насолить максимально хозяину. Сани, автоматизация. Тихо. Слепой дворник. Ай, тихо, он идет! Он идет, спокойно! Тихо. А он чувствует, куда идти. Я шок потрогаю. Ограблять-то нет! А я у тебя экспер. Ага, все. Представляешь? Отдай шапку. Блин, может, ее сначала... Да, тараси, ты штука, цубудува, топай, тай, топ. Понял, сука. Сань, шапка. Уйди, я футболист, уйди. А, нет, мячку. Это тыква, боже. Спалили. Без гусей. Сука, я тебе сейчас дам нет гусей. А я, по-твоему, кто, сука, не гусь? Ну-ка, блядь, я тебе сейчас забрать. На, прибивай! Восстанет! Прибивай, на! Прибивай, сука! Давай. Да, блядь, как гаркну ему на... Спокойно. Раз. Два. А у него зубы исключи. Три. Он орёт. Он нас собрался забивать, а мы такие... Да! Понял? По пальцу? Да. Трупс. Да, конечно, смешно. Смешано. Это. Я хочу шапку, садовник. Ну ты не видишь, что ли, я шапку хочу. И сапоги. Дай шапку. Шапку дай. Пусть залезет по этой штуке. По грабелькам. Это не я. Это не я, отстань. Я шапку хочу, садовник. Давай, гусь, залаз на гусь. Сказать, что ты, надо залезть на эту хуйню-то, ну. Залезь, гусь, ты возьми шапку, как взять шапку-то? Отдай, сука, отдай, блядь. Сейчас тебе отдай шапку. Шапку возьми свою. Вот твои шапки. Сейчас кину тебе этими граблями. Шапку! Шапку дай. Что ты мне покажешь? Покажу я. Шапку дай свою, мне ее снять надо. О, этот новый. Чмошник, иди сюда. Я футбол играть, давай футбол играть. Смотри, чем могу. Пошли, смотри. Ну ты куда? Гусь в городе, пацаны, гусь в городе. Первый гусь в городе.
Первый! Первый гусь в городе! Блять, она спалила меня, как я буду ломать метлу! Знаю, чем сломать метлу, мне нужен каток или что-то такое большое, что ломает метлу! Давайте намочим ее, мокрая метла не работает, я знаю, мокрая метла не работает! Серьезно? Это херня, как сломать метлу-то, серьезно, в смысле? Уйди на... Сейчас возьмет ее, бьет нас с тобой. Ха, собака, а метлы-то у тебя нет? А метлы-то у тебя нет? Метлы-то нет у тебя. Ха-ха, а метлы-то нет, метлы-то нет, а метлы-то нет. А граблики есть. А метлы-то нет, а нет метлы-то, а нет метлы-то. Унижение. Сейчас ногу откушу. Угрозы. Нет метлы, нет метлы, нет метлы. Знаешь, как бы по игре гусь гадкий, тут еще Куплинов добавляет. Да, а гуся почти трогать не могут вообще. Но они могут такой метлой там шугать. На месте... Зубшие свердули бы, да. Нет метлы, нет метлы! Я не понял, как сломать метлу. Смотри, что делаем. Это телефонная будка, как она работает? Кря, подожди. Стелс. Стелс. Снова стелс. Здорово. Мячик. Сейчас. Здорово. О, мы напугали. Ты что, боишься, что ли? Да все. Слушай, а ты гусей не боишься? Они страшные ребята, куда два на тебя побежали вот такой с намерением. Еще и чипанет за мягкую точку. Конечно. Сука, сожру, сейчас пятки откушу. Кря, блядь. Кря, сука. Беги в будку! Кстати, этот мальчик чем-то похож на Куплинова. Положи, посмотри на самого. Положи. Так да! В метлу. Не бойся. Я гусь, я просто брусь по своим делам. Беги, сука! В водку беги быстро! Да не в ту сторону, пожалуйста, дружище. Давай в другую сторону. Давай. Опа. Если что, меня нет. Жопа торчит. Тихо. Опа. Сука. Тихо. Сопля. Беги в будку, дурина! Быстрее в будку, беги! В будку, сука! В будку! Не ту сторону! Агу загоняем! В будку! Сука, съем тебя сейчас! В будку беги, говорю! Все, давай, вылазь! Да не ссы ты, я тебе сейчас ноги откушу! Выходи отсюда, иди в будку, блядь! Ну, сука, сиди в будке, сказал! О, зашел ты! Агу, запереть его! Ты что, дурак? Сопляка! Попасть на ТВ, я попал на ТВ! Вова, мы на ТВ! Гусь, ты моя звезда! Телешоу на ТВ! Отстань, сука! Уйди, дай! Ты какого хера ты гонишь меня с телевизора, козел? Я главная звезда этого телешоу! Смотри. Шоу закрытое. Давай. Я расскажу вам классную историю, как пугать сопляков и быть вообще в центре событий. Я нормально. Это стендап? Я подойду и в телевизоре появлюсь. Тут сука! Заставить кого-нибудь выкупить свои вещи. О. Бизнес-модель. Это что-то сложное. Выкупить. А, вот! Это рэкет! Он отжал вещь, а теперь хочешь назад? Купи. Плати, если хочешь назад свой самолетик. Все, я понял. Я сейчас положу ей на прилавок, и все будет норм. А, типа, все, это игрушка. Ну ладно. А ну, моя игрушка. Это не твое, дура! Это не твое! Это пацана! Пацан, иди покупай самолет! Где ты? Он ищет самолет! А самолет тетка спиздит! Слышишь ты? Она вообще барыга, она ворует вещи чужие, потом и продает их. Главное подставить еще других людей, идеально. Звони в полицию, иди, у тебя же есть телефонная будка. Полицию звони в полицию, скажи, тетка спёздила мой самолет. Экстренное объявление, прошу послушать всех внимательно. Давай. Я нахожусь в самом центре событий, репортер Гусь, мы только что стали свидетелями, как тетка спит. Самолет, я коварные кражи. Спиздила самолет. А все, кто причастен, все, кто не желает оставаться в стране, приходите, меня выгоняют теткины подельники. Тетка спиздила самолет. Все нормально. Мы дали огласку этому делу. Сейчас все будет нормально. Положено. У тебя самолет спиздил в обратную сторону, дура! Самолет украли! Он говорит, у меня спиздил самолет. Че? Это мой самолет. Мой самолет. Еще раз нам придет. Деньги дай. Я тебе очки твои обратно сломаю. Это да, тоже, да. Кстати, мои очки. Понял, нет? О, получилось. О, да. Короче, охеревшая совсем. Тетка прям вообще нормально, прикинь. Просто средь бела дня берет, ворует самолет. Действительно. А потом вот отжимает, давай деньги за это. Вот это не твой самолет, давай бабки мне гони сюда. И представляешь, приходится платить. Заносим это ей в гараж. Она начинает там тыры-пыры в жопе эти. И я, короче, ее закрываю просто. Посмотри. Опа. Ой, она такая, ой, что там? А что такое? Из-за колечка. Дергай. Давай. Карма сработала. Теперь на ужин будет гусятина. Бывает. Что? Все.
Оно тебя сожрет. Оно тебя сожрет, это все. Не надо, моя... Это моя голова, бля! Моя голова, бля! В смысле? Фу, я думал, она меня видит голова. Эй! Эй! Спасите! Спасите! Все, теперь спасите! Спасите! А, открой! Я думал, пи***а мне! Спасибо! Бляха, я испугался просто. Я думал, это насовсем. Ладно, хорошо. Да отстань ты, я тебе сейчас... Уже с калкой. Ты что делал? Ты что, дети смотрят, ты что, ты поаккуратнее, да ты, говорит, я сейчас как вставлю, бляха, я как вставлю, тебе будешь ждать, собака. Короче, говорю, ладно. Мужик. А, испортил чаепитие. Так, а тут можно пойти за собой, да? Чилит. Мадам, а мужчина и куча моих веселых заданий. Не понял. Алло! В смысле? Не понял. Мыло? Не понял, какой бюст нужно нарядить? А, подожди, я помню, какой бюст. Сюда иди. Блять, это мыло, гусь! Я кто? В смысле, меня здесь не было? Открой проход меня, чтобы я вышел. Ой, хорошо, я понял. Хорошо, все, так. Все, спокойно. Да в смысле? Да подожди! А нельзя, все. Ой, блять, это что? Я не хотел, я глухо. У меня зубы. Я сжал. Бери свою газету, пей, читай. От ваза. А вот на полу газета валяется, да, в смысле, вот она, ты что, дурак? Это не понял я. Может, подать? Здравствуйте. Я гусь. Это, я гусь почтальон. На, держи гусь. Да. Молодец. Спасибо. Не за что. Спасибо гусю, я не понял. Не стоит благодарности. Я не понял. Я важный гусь. Я важный гусь. Возьми свою газету и иди. Все, да. На газету. Да, возьми ее, достал ты меня. Иди читай. Мне нужны твои тапки. Бля, я хочу трубку себе взять. Я хочу вот эту трубку. А, там же был еще гусь бантиком. Там еще надо бантик гуся своровать. Это же не гусь был, это... Нет, типа... это была скульптура гуся скульптура, с бантиком. Да. Можно брать бантик и маскироваться под этого гуся. А, да, что было, да, такое? А где тапочка слетела? Смотри, нету тапочки. Эй, у нас перед вторую тапочку. Ой, смотри. Ой, да я умный гусь, Как Шерлок, смотри. Тапку босиком ходил, ты понял, нет? Она была в дырочку залезть. Босиком отдай тапку, собака. Почему не засчитывается тапкоход голышом? У него нет тапка одна. А он будет чай пить на другую... Хорошо! Вот, тебе распереть! Я пью чай тоже, я хочу. Можешь понюхать кружку? Просто понюхать? Да. Все, беги! Пошел. Все. Дырочку. Во. Какой гадкий. Скопасный гусь, спокойно. Так, иди, да, иди пей чай, пизда тебе. Снова трубку. Дырочку. О, хорошо. Все нормально, я важный гусь. Я просто важный гусь. Все, я важный гусь. Я важный гусь. Только не иди туда. Я важный гусь. Я решаю проблемы. Я устраиваю стирки и все прочее. Ладно. Вернул? Когда пугает, видимо, сбрасывает. Я нагло так ворвусь, мне похуй. Опа. А, кстати, неплохо. Да, я нагло так ворвусь, мне похуй. Я гусь. Ха-ха-ха-ха. Гениально, хорошо. Так, ленточка вот эта. Это не ленточка, это этот как он? Да, это бантичек. А, подожди, бантичек. А, надевай его. А как надеть? Чуть поймет. И моя гусь-заменитель. Гусь-имитатор. Давай. Стану теперь это тело, смотри. Базеров. Спасибо. Она короче, не заметит. Да, вы такие, опа. Он сейчас без ленточки сядет на место гуся. Она такая, так, непорядок, почему гуся нет ленточки? Сама да, она наденет. Да, и повесит сама. Надо сесть. Тихонечко. Мне, пожалуйста, ленточку мне одну сюда, пожалуйста. Две ленточки. Опа, все, да. Тихо. Коварный план, смотри. Дурой превращение, тут притворюсь, блядь. А можно я с трубкой? Сука, если бы я встал с трубкой, это было просто гениально. Важный гусь. Так, тихо, не палимся. Вот это красиво. Так, спокойно, тихо, аккуратно. Горю, я наебую. Сейчас жестко смотрю, такая. Опа. Все. Напугали. Все. Сейчас здесь ленточка. Пошел. Медаль. Так, какой бюст украсть, я не пойму. Тихо. Чувак, а можно я использую твой баклажан? Кого, блядь, какой баклажан? Дорутю! Может, фонтанчик закинуть мыло? Страшно, я гусь, не могу, я повернусь. Ай,
поймал и мое отдай. Все. Это мое было! Ты че? Ленточку скинул! Дай! Помочь ленточка женщине упала. Нарядить бюст. А чем обычно бюсты наряжают? Лягушками? Ну-ка, подожди-ка. Может, это жертвоприношение какое-то нужно сделать? Видишь, как раз ваза под него нужна. Сел, читаешь газету, в газетах уже написано, что кто-то спи***ю трубку. Я серьезно говорю, и шапку тоже твою унесли. Соседка спи***ла соседку. Однозначно. Важный уполномоченный гусь, я должен тебе сообщить, что за трубку спи***ла соседку. Соседка 100% спи***ла твою трубку, это 100%. Если не соседка, то кто? Я просто не понимаю. Ган. Зачем? Спалились. Правда. Еще через трубку. Вот. Давай. Раз. Два. Три. Прячь. Я никому не скажу. Давай, скажу, это я. Давай. Это я. Смотри, аккуратно. Слушай себе. Ну, она такими себе сейчас голову пострижет. Аккуратно. Я хочу тебя спасти. Это я. Взять на себя. Крайм. Преступление. Кто? Че? Что это, бочка с бензином? Хочешь меня сжечь? Ты че, дурашень? Какой ты меня сжечь-то хочешь? Или че это? Мужик, на вазу! Она роз твой отрезал! Я тебе отвечаю, роз твой отрезал! Розу отрезала, кидаю! Сдал! Гадость сдал! Грязь вот эту! О, разбил! Молодец! Окей, все, красиво. А ты дурак, мужик, ты это, дурачок. Она сейчас все увидит. Она, блях, она, дай вот это. О, принеси бурозочку. Знак примирения. На похороны. Да. Радуйся, да. У тебя очень красивая роза была. Да. Все, она уже что вазу ей расфигачили. Ругань. Да. Ну-ка, мордобой пошли пойдет. Прямо через забор. Дай ему по щам. По***у ему дай. Я забав. Давай. А ты вазу зачем отрезала розу ему? Давай. Давай. Хватит, это мощно. Дай бы по башке. Все, разошлись. Все, роза твоя, все, ей все. Она сдохла, роза твоя, понял? Потому что ваза не нужно разбивать. Да дай выйду-то я отсюда. Ладно, пацаны, весело было с вами, замечательно. Задорно я пошел. Максимум гадости, просто максимум. Это какая-то была уже борзянка. Ладно, не смешно. Так, украсть кружку и бросить в канал. Украсть кружку. Ну, кружку пойдемте украдем, это несложно. Кружка же, что это? Кружка и кружка, что она? Кружка-то. Кружится. Пойдем. Так, дед, ты аккуратней, тут можно. Ты что наделал? Разбил кружку! Это моя кружка, сука, я ее воровал, ты дурак совсем, что ли? Разбил краденое, а что теперь делать? Другую кружку? Это ведро. Это же ведро. Блять, серьезно? Твою мать. Не получилось. А что, он дальше там подходил куда-то, что ли? Берем лопату, тащим к тетке. Тетка кладет ее на место. Потом мы деда с помощью хитросплетенных каких-нибудь вещей дотаскиваем до тетки. Дед внезапно замечает, что это его лопата. И что ее, короче, нужно будет как-то срочно перетащить назад. Возьму деда морковью. Да, дед, ты потерял свою лопатку, потому что, знаешь, она... А, тут дед с самого начала. Садовник, дед. Я потерял. У тебя ее кое-кто... Пошли. Смотри, какая у меня прическа, дед. Смотри, зеленая прическа. Дед, как прическу гуся. Новая, дед. Замечательно. Смотри, погнали, дед. Давай. Дед, на второй передаче, я-то на первой. Дед, тихо. Подожди, дед. Газует, ничего себе. Тихо, дед. Газует. Дедрана, подожди-ка. Сука, дед. Выронили морковку. Ай, заново теперь. Блять, еще. Давай. Моя лопаточка, дам по щам. Нет, это моя лопата, я сама ее нашла, мне ее гусь принес. Ах ты ж тварь, отдай лопату, я сейчас тыкну тебя ее в шею, как по башке прям дам тебе, понял? Деньги. Дай деньги. Тебя, сука, на, да, реально, снова бизнес-план. Хорошо. Так, есть хорошо и это здесь. А, лилия и хризантема, скорее всего, это оно и... Да, я только попробуй, сука, взять свой цветок, я тебе возьму твою жизнь потом. Да, блях, это реально будет очень долгая дорога, ну что ж поделаешь. Что ж поделаешь, дорога такая дорога. Мячик сложная, катить? Сложная, долгая дорога, нормально, погнали. Да, и куда? Да, блядь, он летает. Да ты, блядь, тупой мяч!
Сука! Его нельзя схватить в клюв, в этом вся проблема. Ну, естественно, он же круглый, большой, как будто без вариантов. Латами, крыльями его, раз. Не укатывайся, ну куда? А, ворота, наверное, забить. Во-во, ворота. Давай, мы тебе верим. Как можно футбол-то играть? Ну, блядь, ну как? Как российские футболисты, давай. Шутки про российских футболистов. Тихо. Сейчас психанул. Ну, не любишь российское. Тихо, сейчас спокойно. Все, все. Блин, российские футболисты — это просто мем. Все, все. Пенальти! Куда, блядь? Давай. Куда ты покатился-то опять? Почему? Тут под уклоном. Под уклоном дорожка. Стой на месте. Давай, давай. Давай, гусь. Потяни при подворота. Давай. Пожалуйста. Пожалуйста. Да он не лезет. Я уже бросила. Ну забей, ну забей. Давай, давай, давай. Он катится вообще не туда. Там уклон, там уклон дорожки. Да закатись! О, почти, почти. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. О, есть. Какое тупое задание. Сука, какое сложное задание. Ой. Вот все. На этом, собственно, мы с гусем заканчиваем. Комментируйте, ставьте лайки, если вам интересно. Больше решил не делать. Или мало ли, может быть, какой-нибудь DLC. Все, всем до встречи. Всем пока. Знаешь что, мне кажется, что это самая смешная игра из всех Куплинова, которых мы видели. А может, из всех, которых мы видели, может, есть еще смешнее, может, на самом деле. Может, есть какое-то смешнее, но мы просто немного смотрели. Но мне кажется, пока что это самая смешная. А мы, кстати, у кого с гусем не смотрели, везде классно получается. Ну, да. Потому что сама по себе игра очень сам прикольная. Сам по себе гусь такой вредный. Да, а ты еще сам, если его максимально вредно озвучиваешь, как Куплинов, ты думаешь, что такая дабл-вредность такая. Короче, вот такая реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.